Привет, друзья. Знаете, что мы здесь собрались? Мы пойдем за Билли Миднайтом. Долгий путь за Билли Миднайтом. Так, мне нужно позвать моего коня. Коняшка. Ах, как собрать патроны. Не просто ж так мы все провернули. На 1 бакс, 3 патрона. Это классно. Теперь у меня есть. Интересно, могу пострелять с помощью пулемета? Непонятно, почему я не могу. Раз, два. Автосбор. Почему я не могу пострелять вот с того крутого аппарата? Это же, блин, пулемет. С пулемета не дали пострелять. А то оружие, которое мы сейчас, ну, скажем честно, оно... Грязь, смотрите, какая жидкая. Смотрите, к нему грязь не липнет. Оружейное масло, между прочим. И к нему грязь не липнет. Еще один остался не почищен. Вот там вот в кучке где-то я его не нашел, видимо. С другой стороны. Кучер, я понял. Ну, что-то. Так. Не могу поймать. Не зарканю его. Ну, ладно. Вообще, значит, нужно дом проверить. Потому как кажется мне, что в доме что-нибудь тоже может быть интересно. О! Это же карточка. Эмиль Грэнджер. Читать. Знаменитые стрелки, карточка 10. Хорошо. Забрал. Ничего хорошего. Беру, чтобы это не было. Обыскиваю шкафчик. И... это же хлеб. Почему я не могу брать хлеб? Что за прикол такой? Прикинь, отражение настоящее реалистичное в зеркалах. Какая красота. Ладно. Похоже, эта серия была про лутание. Я рад, что был здесь. Подписывался на канал. Ставь лайк и до новых встреч.